Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам об одном из наших подвижников веры и благочестия. Иночество – это трудный подвиг, а всякий подвиг непременно сопряжен с опасностями. Да еще с какими! Стоит недалеко от Ярославля Адрианов Пашихонский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вернее сказать, возрождается, потому что за свою историю немало пришлось претерпеть ему разорений. Да и основан он, можно сказать, на крови иноков-мучеников. Преподобно мученик Адриан Пашихонский жил в эпоху Ивана Грозного, когда видимых гонений на церковь не было. От кого же пострадал он? От царя? Нет. От простых крестьян, о которых молился и которым нес Слово Божие. И вот как было дело. После долгих лет иноческой жизни в Комельском монастыре, что на Вологодчине, преподобный Адриан решил удалиться куда-нибудь в глушь на безмолвие и создать новый дом Пресвятой Богородицы, как говорит летопись. То есть основать монастырь в честь славного ее Успения. Долго молился святой Адриан, чтобы Господь указал ему путь, куда идти. И вот однажды вошел к нему в келью некий благолепный старец. «Я странник, черноризец без туш», — представился он. «Знаю я о твоем заветном желании. Известна мне и пустыня, где можно поставить монастырь. Но вот только люди в тех краях дикие, и нравы у них суровые. Если не пугает тебя это, то пойдем, покажу место». Сотворив молитву Богу, святой Адриан вместе со странником и несколькими иноками отправились в глухие пашихонские дебри, где лишь по реке Водхи иногда проплывали рыбацкие лодки. С собой иноки принесли две иконы Божией Матери, образ ее честного Успения и список лидской иконы. Одну из них поставили они на могучий дуб, что на берегу реки, а сами отправились подыскивать место для кельи. В это время по реке плыли рыбаки и прямо напротив дуба поймали двух громадных рыб, каких отродясь не видели. Пристали они к берегу, чтобы выгрузить улов, и вдруг увидели в ветвях дуба икону Божией Матери. «Ого! Кто-то хочет занять здесь место!» – развязно воскликнул один из них. И, недолго думая, захотел снять икону с дерева. Но не успел он даже прикоснуться к ней, как упал на землю без чувств. 3 часа оживляли его товарищи. Наконец он пришел в себя и поведал им. «Хотел я взять эту икону, но у самого дуба прямо из земли вырос какой-то старец и грозно повелел мне: „Не дерзай сие творить“, и я тотчас упал замертво». В память об этом происшествии рыбаки положили пред иконой пшеничный хлеб и одну из пойманных больших рыб, а сами удалились восвоясь. Вскоре после этого вернулся и святой Адриан с иноками. «Вот, — сказал он, глядя на хлеб и рыбу, — сама Пресвятая Дева послала нам пищу. Что же еще искать нам каких-то мест? Будем здесь строить обитель». И действительно, монастырь рос не по дням, а по часам. В несколько дней иноки срубили прекрасный Успенский храм, а преподобный Адриан сам написал для него иконы. Потом поехал он в Москву к митрополиту Макарию, чтобы тот дал благословение на учреждение монастыря. Митрополит поставил его священником для новой обители. Все, казалось, шло своим чередом. Даже живущие поблизости крестьяне начали изредка приходить на монастырские богослужения. В народ пошло просвещение. Но не случайно ведь говорится, что для одних свет – это радость, а для других – зависть. «Если так быстро монахи построили свою обитель, – рассуждали некоторые злобные жители соседней слободы, – значит, и деньжищ у них тьма тьмущая». Собрались они скопом и решили ограбить обитель. Совершили набег и повели себя, как дикие звери. Они крушили все, что попадалось под руку. Не пощадили и святого алтаря. От их рук пал святой Адриан и еще несколько его собратьев.
Бездыханное тело игумена злодеи закопали в неизвестном месте. Но Господь не предал своего подвижника забвению. Спустя 80 лет мощи преподобного Адриана были обретены, а сам он был причислен к лику мучеников, ведь пострадал он за дело Христовой проповеди среди одичавших от греха людей. Труды его не пропали даром. Вскоре все Пошехонье заблистало куполами храмов и обителей, и людские сердца смягчились, а ведь это, наверное, самое главное. Я желаю вам всего самого доброго, и да хранит вас Господь, друзья мои, молитвами святого Адриана Пошехонского.